Всем добрый день. Так, еще раз всем здравствуйте. Сейчас потихонечку подождем немножечко, к нам подсоединятся зрители, и начнем наш эфир. И пока ждем всех, пожалуйста, напишите в комментариях, слышно, видно, все хорошо, связь не пропадает у нас сегодня с вами. Пока ждем всех остальных. Чтобы ты же понимала, что у нас с вами все хорошо. Все хорошо. Спасибо большое за комментарий, за обратную связь. Итак, девчонки, сегодня я покажу очень интересную тему. Сейчас очень популярны такие, конечно, слайдеры, но я больше за ручную роспись, потому что все-таки ручная роспись, ее ни с чем не сравнить, она шикарная. Вот, и поэтому сегодня мы с вами порисуем вот такие классные дизайны. Возможно, если останется время, то порисуем еще больше текстов, да, таких стильных надписей. Ну, просто пока, как для примера, я подготовила вот такие дизайны. Как раз-таки на примере их я покажу, как выполнять данные дизайны, с чего начинать, как я их сделаю, ну и различно покажу нюансы, какие использую кисточки, какие использую материалы, чтобы вот такую красоту нам создать. Давайте, наверное, начнем с самых простых. В принципе, начнем, наверное, с такого дизайна. Очень популярны такие тексты, знаете, делать на большие пальчики. Смотрится очень стильно и очень классно. Я подготовила для вас картинки. Можно различные делать картинки, надписи. Можно делать надпись «Home», «Believe», «Жизнь», «Мечтать», «Навсегда». Вот, пожалуйста, любые картинки, которые вам понравятся, можно их также принести на ноготочек. Давайте сейчас сделаем, наверное, какую-нибудь вот такую картинку, надпись, да, сделаем «Dreams». Для этого что мне понадобится? Мне понадобится «Tips». И возьмем какой-нибудь очень нежный, приятный оттеночек. Сейчас немножко свет по-другому поставлю, чтобы было комфортнее мне. Давайте возьмем, наверное, мой самый любимый цвет. Обожаю цвет из коллекции «Весна-лето». Это 112 оттеночек. Такой очень приятный, такой пастельный, такой прям офигенный цвет. Нанесем его. Наношу его в один слой. Уберу все пылинки. Нанесу пока один слой и просушу в лампе. Все-таки сделаю два слоя, чтобы все было поплотнее немножечко. Привыкла наносить сюда оттенки в два слоя. Таких вот два тонких слоя, поэтому нанесем в два. И также нам понадобится для работы черная гель-краска. Она без липкого слоя идет. В принципе, знаете, можно как сделать. Можно будет сейчас перекрыть, опять же, моя любимая тема, перекрыть тип с матовым топом. То есть цвет перекрыть и уже нарисовать на матовом топе глянцевый текст. Здравствуйте. Думаю, будет тоже очень классно с ними смотреться. Поэтому сейчас перекрою быстренько вторым слоем. Просушу в лампе и перекрою матовым топом. Прям красивейший цвет. Он прям мне безумно нравится. Такой очень навязчивый, такой очень легкий и нежный оттеночек. Матовый топ я буду использовать, как обычно, любимый Cosmo Velvet.
Без липкого сумеша тоже потихонечку заканчивается. Очень активно им пользуюсь. Заканчивается. И пока у меня сушится наш фоновый цвет, давайте пока на палитру я нанесу черную гель-краску. Потому что все тексты, надписи я выполняю именно ей. Почему же все-таки гель-краской, а не гель-лаком? Потому что, во-первых, она по консистенции очень такая тянучая, плотненькая, и ей комфортнее мне рисовать, чем, например, гель-лаками. Гель-лаки быстренько растекаются, и форму они не держат. Поэтому рекомендую вот такие дизайны делать именно гель-краской. И плюс скоро я вам в эфире уже на этой неделе я покажу дизайны с гель-краской, с цветной. Поэтому ждите, будет очень классный эфир. Так, сейчас, секунду. Сейчас прикрою матовым топом. Перекрыли и сушим в лампе. Сушу в лампе, ставлю матовый топ 1 минутку. Также, когда я сушу цветники, всегда по 1 минуте сушу. Следочки, секундочку, принесу. Забыла приготовить безворство по салфетке. Закончились у меня. Так, сейчас мы сделаем с вами вот такой красивый текст Dreams. Вот, нашла картинку. И попробуем сейчас его повторить. Да, вот такие дизайны очень стильные. Кто только что к нам присоединился, не видел. Такие очень стильные дизайны смотрятся на большом пальчике. Тем более он длинный, в основном у всех большой. И очень стильно и красиво смотрится такой текст. Вот. Сейчас просушится. Просушили. Вот, матовый такой классный. Он у нас без липкого слоя. Как может это с Лизой? Я, честно, не знаю, про какую Лизу вы говорите. Так, для дизайнов я использую кисточку покороче. Длинниками не очень комфортно работать. Я использую кисточку покороче. Сейчас переверну немножечко. И начинаем писать. Сначала я делаю такой легкий черновичок. Перед собой я держу текст, который мне необходимо написать, чтобы проверить и правильность написания. А то бывает, могу одну букву немножечко не вместить. И аккуратненько так сначала делаем легкий такой черновичок. Сейчас кисточку, секундочку, промою. Тут она у меня. Не подготовлена. И начинаем писать. Это пока такой легкий черновичок, чтобы я понимала, где мне что находится, какие буквы. Написала легкий черновичок.
Рисую сейчас черной гель-краской. Да, гель-краской рисую. Наметила себе, да, текст. Теперь уже беру красочку побольше, на кисточку набираю. И уже пожирнее обвожу каждую буковку. И уже корректирую ее. Где-то линию потолще делаю. Где-то саму букву могу скорректировать. Волос прям вижу мешается. Вот прям вот, видимо, электризуется он на матовый. Вот все. Убрала. Вот, написали мы текст. Теперь же я беру кисточку подлиннее, чтобы мне сделать тоненькие линии. И аккуратненько. Рисуем стрелочку. И с другой стороны. Вот. Такая вот милота получается. Глянцевая на матовом. И фиксируем в лампе. Немножко увлекаюсь я. Когда увлекаюсь, я редко разговариваю, потому что зацикливаюсь на работе, на дизайне. Вот сейчас покажу, что у нас получилось с вами. Такой очень легкий, простой дизайн. На самом деле рисуется очень быстро и на большом пальчике. Очень многие клиенты меня просят дизайн на больших пальчиках, потому что, во-первых, часто в телефоне, да, мы большими пальчиками, да, что-то печатаем, что-то делаем, и клиенткам нравится обращать внимание на свой большой пальчик, поэтому такой дизайн точно понравится вашим клиентам. Сейчас покажу, что у нас там получилось. Вот, смотрите, какой прикольный стильный дизайн получается. Тем более он глянцевый на матовом, это просто офигенно. Смотрите, вот так вот на большом пальчике, ну вот так вот в другую сторону, да, сделать только если. Ну, в принципе, можно и так, только стрелочки местами поменять, например. Очень сильно смотрится, правда. Все-таки очень минимализм, очень актуален, поэтому на заметку берите себе такой дизайн. Так, давайте пойдем дальше. Еще мне очень нравится техника, которая выполнила вот этот дизайн. Он, знаете, такой, получается, как будто вы
делать какой-то черновичок, такой эскиз. То есть вы нарисовали там, да, например, текст какой-нибудь. Ну, вот смотри, сейчас увеличу. Например, пишется какой-то текст там, да, вот, например, love. То есть, а, вот не вижу. Допустим, провели одну, один раз нарисовали, вам не понравилось. Вы тут еще раз продублировали, как бы, знаете, подкорректировали. И получился такой эффект, как будто как фломастером, да, либо карандашом написали. Очень так сильно получается. Сейчас покажу, как я тоже это делала. Далее краска без липкого слоя. Поэтому уже поверх мы можем не перекрывать, потому что, вот, смотрите, краска без липкого слоя. На этой неделе я выйду с вами в эфир и покажу цветные гель-краски тоже без липкого слоя, покажу возможности, какие можно с ними делать, какие можно делать дизайны с этими красками. Вот. Ее перекрывать уже ничем не надо. Носится она замечательно, поэтому у вас ничего не сколется и проблем не будет. Вот, без липкого слоя написано. Можно перекрыть? Здесь, например, я перекрывала в данном дизайне, да, перекрывала топом, потому что делала глянцевый ноготочек. А здесь можно не перекрывать, спокойно можно так клиента отпускать. Так, сейчас давайте перекроем типс. Так, давайте перекроем тоже белым. Так, у меня уже белый заканчивается, к сожалению. Нужно будет приобретать. А давайте сделаем не белым, давайте сделаем, знаете, каким? Давайте сделаем. Давайте голубым сделаем. Будет тоже чувственно смотреться. Перекрыла голубым. Это у меня полотеночек 002. Просушу в лампе одну минутку. Также мне понадобится шикарнейший красный. Обожаю красный 46. Плотненький в один слой. Прям густой такой, офигенный цвет. Даже как-то себя на странице показывала нанесение этого цвета в один слой. Офигенно ложится, шикарнейший прям. Просто в один слой. Такой в один, не скажу, что толстый такой, средний слой такой, даже тоненький, я бы сказала, такой. Чуть-чуть потолще, чем тонкий. Очень классно ложится. И такой у него цвет идеального красного, как мне кажется. Мои клиенты тоже были все в восторге от этого цвета. И также покажу работу с паутинкой. Не знаю, пока с паутинкой я не особо. Не то, что подружилась. Я подружилась с ней, но просто пока в голову мне не приходит интересный дизайн с ней, поэтому как-то я пока что обхожу ее стороной. Теперь я рисую сначала сердечко красненькое. Тоже, видите, я как будто дублирую его, чтобы эффект такой получился, как будто я его перерисовываю несколько раз. Вот там есть что-то такое интересное. Зафиксирую в лампе, чтобы я не испачкала, не задела. Нет, с липкости я это не снимаю, я рисую прям по липкости. Но если вдруг у вас, вы чувствуете, что у вас начинает немножечко краска по липкости цвета течь, растекаться, то можете спокойно снять липкость цвета и уже по нелипкому цвету рисовать. Здесь уже нужно смотреть по вашим материалам, по ситуации, потому что сейчас на улице какое-то тепло, материалы очень быстро текут. Поэтому нужно по ситуации смотреть. У меня не течет, поэтому я рисую смело по липкости цвета. И начинаю рисовать оставшиеся буковки.
Вот, нарисовала одну. Вот таким вот делом эффектом его, чтобы было поинтереснее. То есть такими, как будто как мазочками. Да, как будто мы пытаемся нарисовать, у нас не получается. Мы корректируем, но не стираем, да? Вот. Так у нас получается стиль, да, наших буквок. Их зафиксируем в лампе. И подготовлю паутинку черненькую. Вот такая черненькая паутинка. Кисточка у меня сейчас вот такая. Но можно использовать любую другую. Главное, чтобы она была коротенькая. Потому что вот такой длинной, с таким длинным ворсом не очень комфортно будет такие буковки рисовать. Поэтому я ее сейчас не использую, хотя она моя фаворитка. Сейчас использую кисточку с коротеньким ворсом. Вот такую у меня сейчас. Так, берем нашу паутинку черненькую. И будем сейчас доделать наш дизайн, добавлять и расправлять его паутинкой. Девчонки, вы как с паутинкой работаете? Клиентам нравится дизайн с паутинками, либо уже потихонечку паутинка уже отходит от популярности? Или же как? Как у вас дела с ней обстоят? И теперь будем паутинкой накручивать, скажем так. Сейчас покажу, что вам было. Значит, немножечко камеру я отдалю, да, подальше, чтобы было видно, что я делаю. И аккуратненько просто я паутинку наматываю. Так, волос какой-то тут помешал мне. Сейчас, девчонки, я уберу его. Паутинка, пока ты хочешь дружить. Я тоже с ней, кстати, долго дружилась. Потому что на типсе, да, действительно, на типсе проще работать. Типс у нас не содержит никаких боковых валиков. С ней работать комфортно. На клиенте, конечно же, не так это удобно делать, но приноровиться можно. А так я тоже, да, очень долго с ней дружилась. Вам тоже в голову с паутинкой никаких таких идей, как вот так вот обматывать вокруг пальца. Эфир у нас идет сейчас, то есть мы, в принципе, недавно только в эфире, это наш второй дизайн. Тоже как-то не очень с паутинкой, не могу пока придумать. Надо как-то подсесть и прям чисто паутинкой весь день свой занять, чтобы придумать какие-нибудь интересные дизайны. А так пока тоже вот, кроме как накручивания, я ничего не могу больше придумать. Ну, так, немножечко просто мы фон заняли, да, таким вот дизайном. Сейчас снизу немножечко тоже накручу, чтобы у нас текст был, а все остальное у нас было чем-то занято. Вот. Такая у нас получилась геометрия, скажем, такая легкая. Фиксируем в лампе и потом перекроем топом. Геометрию, честно, мне было сложно ее сделать, мне было проще нарисовать ее тонкими линиями или краской. Не знаю, я пока как-то с геометрией не могла с ней подружиться. Может быть, вот говорю же, если сяду, прям вот возьму день и буду с ней что-то делать, экспериментировать, может быть, что-нибудь и выйдет.
А так пока мне до нее пока руки мне не доходят, если честно. Но надо что-то придумать интересное. Посижу, поломаю голову, скажем так. Слушаем пока наш второй дизайн. И перейдем к следующему. Вот к таким стильным, классным. Прям мои, кажется, любимый дизайн, например, испачкала стол. Еще делают надписи на мокрый топ. Кстати, даже такого не видела надписи. Но как сейчас особо не слежу за новинками у других мастеров. Стараюсь сама придумывать. Просто вдохновляюсь в интернете. А я просто беру обезжириватель, вот, и прошлась обезжиривателем, и все. Как бы у меня проблем нет. У меня все хорошо вымывается. Когда с паутинкой поработаю, конечно, покажу. Обязательно покажу. Но не знаю, как скоро это произойдет, но постараюсь. И перекрываем теперь топом. Прикроем глянцевым топом, чтобы было поярче. И фиксируем в лампе. Да не за что. Если вдруг я на ваш вопрос не ответила, то, может быть, я просто потеряла вот здесь в эфире. Поэтому, если что, вы дублируете, я обязательно отвечу. Если сама, конечно, знаю ответ на данный вопрос. Так, давайте перейдем вот к этому дизайну. А потом уже то, что будем засыпать пудрой, и потом уже перейдем к следующему дизайну, вот к этому. Это прям мой любимый, не знаю, так от него балдею. Мне он так нравится. Стильный такой. Можете каждую буковку на каждом ноготочке сделать на одной руке. Здесь сделать какое-нибудь такое сердечко, тоже блесточками посыпать чем-нибудь, а другой просто однотонный. Будет прям очень круто смотреться. Новая идея для дизайна. Так, девчонки, берем тип следующий. Перекрываем его ярко-розовым. Тоже один из моих любимых оттенков, 37-й. Так, сейчас увеличим. Перекрываем в один слой. Прям в градиентах этот оттенок мой самый-самый любимый. Мне кажется, я его использую часто очень в градиентах. Тем более на лето. Видите, вот снег какой-то попадается. Очень такой плотненький. Прям в один слой его легко можно уложить. Абсолютно. Вот, фиксируем в лампе. Одну минутку, да, напоминаю, что мы сушим иксгельчики одну минутку. Ну, скажите, прям стильно смотрится. Прям мне очень нравится такой простенький, но со вкусом. Так, потихонечку наш дизайн пополняется. Вот уже, да, различные варианты текстов, стильных надписей. Потому что, не знаю, как это с слайдерами, я не особо доверяю. Потому что я их сама и наклеила, я им не доверяю. Что может где-то нам сколоться, отклеиться топ, там. Я лучше сама нарисую, сама это все в лампе заполимеризую, высушу. Я знаю, что точно мои клиенты приносят это до конца следующей коррекции. Поэтому я лучше нарисую текст, напишу его, чем буду его клеить. Тем более, тексты, которые в основном делают слайдеры, они очень маленькие. И в основном на ноготочки они не подходят. Например, на большой пальчик он будет очень маленький текст, его не прочитать. А вот такие дизайны очень легко делаются, очень легко рисуются. Поэтому я лучше нарисую. Так, идем дальше. Будем повторять данный текст. Просушила, также напоминаю, что липкость я не снимаю. Знаете, давайте тоже сделаем на матовом вот этот. Вот у нас матовый, глянцевый текст и бархатные еще вот эти вот штучки сбоку. Давайте так сделаем, чтобы они немножечко нас встречались с вами. Опять же, да, мне
приходят мне мысли во время нашего с вами эфира. Так, и сушу лампе одну минутку. Давайте пока сушу в лампе, я перекрою еще один типс черным цветом и тоже отправлю сушиться в лампу, чтобы нам потом с вами время не терять и уже подготовить следующий дизайн. Вот, я тоже фанатка матовых просто. Я готова круглогодично с матовыми ногтями ходить. Но сейчас хочется немножко мне уйти от матовости, немножко хочу ходить с глянцевыми ногтями и даже готова себе сделать просто камуфляжиком перекрыть. Хочу немножко так отдохнуть от цветов таких, скажем, и походить просто с камуфлирующей базой. Так, вот я высушила матовый топ. Теперь начинаем рисовать наш текст. Такой прям девчачий такой цвет, здравствуйте, такой прям Барби-Барби такой классный. Прям под мои перчатки, кстати. И начинаем писать текст. Также, да, я сначала намечаю, где он мне будет идти. Приблизительно, да? Вот. Такой легкий черничок я себе сделала. И теперь начинаю его потихонечку выводить уже пожирнее. Все вот эти надписи я не из головы придумываю, просто нахожу в интернете, так и вбиваю. Стильные надписи там, или где-нибудь на Пинтересте в основном. Одну картинку нашла, и там уже мне он сам предлагает другие варианты. Поэтому очень удобно. Просто я нахожу картинку, и там уже, здесь даже можно такое легкое нарисовать сердечко. Вот так вот, чтобы поинтереснее было. Дальше нижний текст. В Пинтересте вообще прям огромное количество идей. Просто я там зависаю часами. Даже просто вдохновляясь не вот там какими-то именно же ногтями, а вдохновляясь уже просто картинками. Какими-нибудь такими картинками, там, заставки на телефон, например. И там уже можно. А Pinterest — это приложение такое. Так и бываете в вашем телефоне, где вы скачете приложение. Pinterest по-английски. Нужно по-русски ввести, думаю, сразу же тоже определит его. Вот там очень много, огромное количество различных картинок. Вот. Идей для дизайна. То есть, в принципе, там тоже такой же есть поисковик, и можно там спокойно найти все, что вас интересует.
Вот, написали мы такой текст, фиксируем его в лампе. Так, думала, испачкала. Нет, все хорошо. Так, фиксируем в лампе пока цвет. И здесь пока перекроем глянцевым топом. А почему перекроем глянцевым топом? Потому что здесь мы с вами будем делать посыпушку. Вот, а посыпушку мы делаем уже на готовый ноготочек, который мы перекрываем топом. Потому что если вы будете рисовать на липкости, и когда вы потом будете посыпать пудрой, у вас просто пудра впитается в липкость, и не получится такой красивой красоты. Красивая красота, масло масляное. Поэтому перекрываем глянцевым топом или перекрыть матовым топом. Девочки, давайте пока время есть, поголосуем. И, наверное, перекроем матовым, да, топом, чтобы вы видели разницу между глянцем и матовым. Да? Давайте перекроем матовым. Потому что в глянце понятно, как смотрится, а в матовом еще офигеннее будет смотреться. Да, это цена акриловая пудра. У нас на прошлый день с вами был эфир. И сейчас тоже покажу эту пудру еще раз поближе. Поэтому увидите скоро, совсем скоро. Вот, наш пока этот высох. К нему уже ничего не прилипает, потому что у нас был без липкого слоя. Так, тогда давайте сейчас перекроем матовым топом. Да, для сравнения мне тоже кажется лучше делать матовым, чтобы вы просто для себя видели разницу. Ну, в принципе, мне кажется, тоже мои эфиры давно смотрят, знают меня. Мы так часто с вами делаем, да, к эфиру я готовлю глянец, а в эфире с вами мы уже делаем матовый дизайн, чтобы, правда, вам было наглядно все понятно и видно, что можно экспериментировать с финишным покрытием. Так, перекрыла матовым, да, космовельвет, без липкого слоя он сразу же. И пока сушу лампу, пока про него забудем там в лампе. Так, далее, девчонки, смотрите, сейчас я наношу на палитру белый гей-лак, он заканчивается 001. Ну, нам дизайн хватит. Так, и возьмем цветную акриловую пудру. На прошлой неделе я проводила прямой эфир вот с этими классными штуками. Так, нам понадобится с вами розовый и желтенький. Не то достану. Вот. И прям офигенная пудра, она такая классная. Видите, она такая очень яркая, она неоновая. А если же вы будете, например, делать дизайн и посыпать на неоновый цвет пудру, обычную прозрачную, такой яркости, такого насыщенного цвета вы никогда не получите, потому что все равно пудра, она немножечко цвет делает таким слегка тусклым. Да, то есть обычно, помните, такие новогодние дизайны, там, свитер. Если вы посыпаете цвет, то немножечко, все равно немножко приглушенный становится. Но если вы будете использовать вот эту пудру яркую, неоновую, то она такая яркая у вас будет. Поэтому рекомендую, типа, сейчас вроде бы на сайте до сих пор ищут акции на эту пудру. Она стоит, вроде, там, рублей 78, что ли. Скидка на нее. Так что, щенки, она классная. Честно, рекомендую. Мы же эфир проводили с ней на прошлой неделе, да, как я уже говорила. Вот многим тоже она понравилась. Что мы делаем? Мы теперь рисуем корону. Сейчас я уже рисую белым гель-лаком, не гель-красками. И здесь такие легкие полосочки сделаем. Вот. Так. Когда вы с блестками, чуваки, пока я не знаю. Я так же, как и вы.
Я не в курсе, когда новинки выходят, поэтому я не в курсе, я не знаю, я пока не... Как мне придет, да, как я узнаю, так я тоже знаю, так же, как и вы, в то же самое время. Раньше я не узнаю. Девчонки, сам текст я делала гель-краской без липкого слоя. Коронку я уже рисовала гель-лаком. Берем теперь яркую неоновую акриловую пудру и посыпаем аккуратненько. Ждем, чтобы хорошо все впиталось. Смахиваем остатки. Так, еще раз посыпаю, потому что вижу, что не до конца она вся у меня в пудре. Так. И еще немножечко посыпем. И фиксируем в лампе. Фиксирую лампе я одну минутку, чтобы полностью все мне просохло. Гелем, прозрачным гелем рисовать. Прозрачным гелем, честно, я не пробовала, поэтому я сказать не смогу, насколько в него пудра вобьется, если вы про это. Сегодня мы с вами вот такую красоту делаем. Рисуем стильные надписи. Цветным гелем. Гель-краской. Гель-краской можно рисовать. Вот и запуталась немножко. Цветные гели я даже в работе ни разу, кстати, не использовала. Вот такую красоту мы с вами сегодня делаем. R&B. Ну, кстати, да, возможно, такое, в стиле такое есть схожесть. Так, все, высушили. Аккуратненько я смахиваю. А, в смысле надписи. Девчонки, смотрите, если делать, например, текст гель лаками, то просто у вас будет растекаться все равно. Но у них не такая есть плотность, не такая как бы густота, как у гель-красок. Поэтому лучше текст делать именно гель-красками. Я на этой неделе в пятницу, 19 июля, я выхожу в эфир и покажу вам гель-краски цветные. Поэтому ими можно, гель-лаками не очень. Я смахиваю щеткой. Да? У меня специально зубная щетка подготовлена. А, гель-красками можно, гель-красочками можно, если вы про них, ими можно делать. Цветными, да, без проблем. Просто вот, наконец-то мы разобрались с вами, да? Так, это пока уберем. Теперь еще хочу добавить пару нюансиков уже другой гель-краской, уже другой пудрой. Так. И аккуратненько посыпем желтой, неоновой. Ой-ой. Возьмем другой типс. И посыпем желтеньким. Да, они такие стильненькие, гламурненькие, девчачьи, настоящие девчачьи ноготки получаются. С пудрой я сушу одну минутку, да, девчонки, чтобы она хорошо впиталась. Потом лучше подольше просушить, чем не просушить. И когда будет четко смахивать, у вас просто вся пудра просто слезет. Поэтому лучше подольше просушить, но эффективнее просушится. Все, фиксирую в лампе, и потом щеткой я уберу излишки. Так, желтенький я убираю, но желтенький больше не понадобится. Так, сейчас здесь немножко приберемся. Так.
И достаем наш матовый ноготочек. Да, и нужно будем рисовать вот такую красоту. Смотрите, девчонки, сейчас покажу вам, что, в принципе, можно использовать для дизайна при работе с акриловой пудрой, можно использовать не только белый цвет, можно использовать вот такие разбеленные оттенки. Почему можно использовать? Потому что, во-первых, у нас пудра, она очень яркая, она очень такая неоновая, поэтому смело вот такие разбеленные оттенки можно использовать. Естественно, если будете использовать красный и посыпать, например, красный дизайн вот такой желтой пудрой, у вас она не будет такой желтой, потому что красный очень насыщенный, и пудра просто не впитается. Она впитается и смешается с красным, пусть цвет не очень красивый. Поэтому можно рисовать либо белым, либо вот такими разбеленными оттенками. Также я в прошлом эфире, когда показывала эти пудры, я еще рисовала вот таким желтеньким, тоже такой разбеленный красивый желтый, им тоже рисовала. Поэтому, когда используете ну, именно такую вот неоновую пудру, то рекомендую использовать просто разбеленные. То есть можно не обязательно брать белый, можно брать вот такие пастельные оттеночки. Давайте теперь порисуем наш текст. Так, начинаю писать с самого начала. Рисую сейчас, девчонки, гель-лаком, не гель-красками рисую. Аккуратненько заполняю буковку О, чтобы в центре у меня было сердечко такое. Да, сейчас я рисую гель-лаком. Просто мне больше нравится посыпать именно пудру на гель-лак, потому что он жиже по консистенции, в него она хорошенько и быстро впитывается, чем в гель-краской. Чем в гель-краску. Так, подправляем немножко буковки. И теперь берем нашу волшебную розовую пудру и аккуратненько посыпаем каждую буковку. Видите, какая сразу становится на неоновая? Что пудра очень яркая. Посыпаем очень так хорошенечко, чтобы все везде у нас пропиталось, чтобы каждый миллиметр нашей буковки был полностью пропитан акриловой пудрой, чтобы после того, как вы смахнете излишки, чтобы у вас нигде ничего не блестело, чтобы все было хорошо. Да, напоминаю, что я посыпаю на непросушенный гель-лак.
Так, вроде бы все везде хорошо посыпала. Вот, теперь фиксируем в лампе одну минутку и будем брать излишки. Надписи сложные? Для тебя самые сложные надписи? Да ты что? Не поверю. Так, теперь убираем щеточкой. А почему я использую именно щеточку, а не использую вот эти вот щетки с меткой, да, с меткой, как называют? У них очень жесткие вот эти вот ворсинки, нежели чем у обычной такой мягкой щетки зубной. Поэтому бывает часто такое, что можно смахнуть лишнее. Ну, не знаю, не нравится, очень жестко как-то она по ногтю работает. Поэтому мне нравится комфортнее работать именно такой мягкой уже щеточкой, потому что вся такая рабочая она. И вот так вот, мне комфортнее щеточкой смахнуть, и вот такая красота у нас с вами получилась. Девчонки, смотрите, если делаем такой, как у нас дизайн сейчас, да, я наношу цвет, сушу в лампе, перекрываю матовым топом, и уже по матовому топу я делаю надпись, и потом уже вот эти фрагменты мы добавляли. Таня, просто нужно сесть и попытаться и начать рисовать, все получится, уверена. Здесь делаю то же самое, мы нанесли цвет, и потом уже наносили именно наш дизайн. Щеткой убираем излишки. Далее, видите, немножечко пудры у нас забилось в абразив, ну не в абразив, в этот, забилось, короче, в топ матовый. Что я сделала? Я смачиваю просто безворсовую салфетку, уже без жиривателя, и просто вот так я прохожусь. Когда у вас клиент помоет ручки, все равно вся вот эта пылюшка, она вся у вас уйдет, и даже можно полностью так вот протереть, ничего пудры не будет, и вот вся наша лишняя пудра ушла. Сейчас подсушится. И давайте мы сравним в глянце и в матовом. Смотрите. Матовый прям это моя любовь, мне кажется, one love. Матовый просто офигенный. А вам больше понравится вариант матовый или глянцевый? И вот здесь тоже мы делали такой же самый вариант с вами. В матовом и в глянцевом. Матовый топчик, это точно. Такие вот милые дизайны. И очень простые. Так что, девчонки, пробуйте, экспериментируйте. Так, у нас, наверное, осталось немножко времени. Могу послушать ваши вопросы, ваши какие-то рекомендации, советы на наши следующие эфиры, может быть, что вам разобрать. Поэтому сейчас есть возможность придумать темы на следующий месяц, чтобы я поставила их себе в график. Так. На розовом, да, на розовом матовый и глянцевый тоже классно смотрится. И еще вот такие мы с вами сегодня делали дизайны. Сейчас так покажу, чтобы их было видно. Вот так вот. Вот такую красоту мы с вами сегодня порисовали. Такие очень стильные, но в то же время простые дизайны. Делаются не очень быстро, но офигенно смотрится. На эфир сохраню, надеюсь, если Инстаграм нас не затопит, то посмотришь. По апилу формы это не ко мне, я больше специализируюсь по дизайнам. У нас есть спикер Мария, она по этим темам, по маникюру, по болталкам, это все к Маше. Я больше по дизайнам. Спасибо большое, спасибо. Лица, блин, Таня, хотела лица порисовать, но их очень сложно, я боюсь их в час, просто я их не успею вместить, потому что они дольше рисуются, чем мультяшки, чем вот, например, геометрия и вот всякие тонкие линии. Тонкие линии у нас с вами в этом месяце уже были. Геометрию, думаю, в августе вензеля я поставлю, потому что много было вопросов по поводу этих тем, это мы точно сделаем. Да, вот такой вот
Не знаю, про меня обалдеют текстов, надписи, потому что это реально очень круто. Они очень быстро, очень стильные. Девчонки, на лица, возможно, я когда-нибудь сделаю, но чуть-чуть попозже, потому что хочу все-таки такую более-менее простую схему для вас подобрать, чтобы вам было проще рисовать, чтобы мне было вам проще это все доступно объяснить. Поэтому немножечко подождите, войду в график, войду в режим, а то с приездом немножечко сложно, пока вхожу в график, в рабочий режим, поэтому чуть-чуть подождать нужно. А так, думаю, все будет. Мишечек, кошечек, зверят. Попробуем. Думаю, можно бы что-то такое придумать легкое, интересное, мультяшное. Вот. В общем, моя тема, да, нежная милота. Это прям про меня. Так. Девочки, по эфиру вопросы какие-нибудь есть? Все понятно, как делать, в какой последовательности, что, зачем у нас идет. Вроде бы объясняла очень доступно, такие легкие дизайны, в принципе, подобрала, чтобы было всем все понятно и доступно. Вот, если будете отрабатывать наши дизайны, то отмечайте меня у себя в сторис, чтобы я вас могла потом у себя разместить. Мультяшки у нас с вами будут в конце этого месяца. Но я пока не знаю, каких мультяшек порисуем. Но мультяшки в этом месяце у нас 100% будут. Поэтому ждите конца месяца. Там порисуем мультяшек. Вот. Всем большое спасибо, девчонки, что были сегодня со мной. Наш пока еще эфир не заканчивается. Время еще есть. Спасибо вам, спасибо, что были сегодня с нами в эфире. Девчонки, а по времени вам удобно в какое время эфир ставить? Утром, днем или вечером? Вот тоже вопрос интересует, чтобы вам было комфортнее смотреть эфиры. Может, тоже мне написать либо в личку, либо сейчас в эфир написать, в какое время было бы комфортнее и удобнее эфир смотреть. По выходным, в будни, утром, днем, вечером, ночью. Чтобы тоже я подстраивалась под вас, чтобы вам было комфортно, и не то, чтобы было интересно рассказывать прямые эфиры. Вот как пишет Инстаграм, что осталось нам 2 минуты. Сейчас у нас сейчас час дня. Вот, удобно вам такое время эфира смотреть, либо же удобнее вечером, там, после 8-9. У нас уже 2 часа по Москве. В обед? Хорошо. В обед так в обед. Как скажете. Еще у нас с вами осталось 1,5 минутки, поэтому буду прощаться с вами. Еще раз всем большое спасибо за эфир. Теперь мы с вами встречаемся в пятницу. Будет у нас обзор по клей-краскам без липкого слоя, поэтому будет очень много тоже классных дизайнов. Поэтому мы с вами в пятницу, в то же самое время. Еще раз всем большое спасибо за эфир. И всем хорошего дня, хорошего вечера. И всем пока-пока.